Фильм «Носферату. Симфония ужасов» – это один из ярчайших представителей так называемого немецкого импрессионизма. Фильму в этом году исполнилось 100 лет со времени показа, первого показа. Да, авторских прав на него нет. Ну, public domain, то есть это все уже общественное достояние всех нас. Поэтому вот мы решили его попробовать преобразить в такой вид. Для начала снимается некий сквозной такой общий план или средний план, в общем, какой-то ведущий план. К этому плану можно доснять врезочки. Либо мы видим глаза актера, либо видим какую-то оценку, либо видим какой-то предмет. Мы же берем основную сцену и вырезаем из него все укрупнения, все фрагменты и передаем их на другие экраны. Поэтому все действие, которое происходит в фильме, у нас происходит не последовательно, а одновременно. Фильмы перемонтировали, пересобрали. Он теперь не полтора часа, не 90 минут идет, а 40 минут идет. Изначально оно черно-белое. Решили раскрасить, потому как все-таки современному зрителю цветное изображение легче воспринимать, легче. И, соответственно, может быть, даже не всем людям это зайдет. Но кому-то, я уверен, это очень сильно зайдет. Я думаю, что это целое направление, может быть, в киноискусстве новое, да?